asunder. And you, black dress, black shoe. You did fight me under. Go on, go there. You can see me. Stars turn, balls burn. Come and kill. Приехали за скальпами, да? Прошу в наш город. Не бойтесь. Мы друзья. Я преподобный Коул. Это мои дети. Джозеф и Руфь. Мы рады, что вы пришли во имя мира и дружбы. Это тебя он бросил, да? Может быть, мир и дружба для него важнее своей семьи. Это сенатор Крейн из правительства штатов. Ты меня понимаешь? Я знаю ваш язык. Что ж, хорошо. Сенатор Крейн прибыл сюда, чтобы сделать вашу жизнь лучше, вождь. Лучше, чем что? Лучше то, и что есть. Я люблю то, что есть. Я это понимаю. Но твои люди живут в каменном веке. А мы живем в начале Великой Индустриальной Революции. Он не понимает. Вождь, вождь, правительство Соединенных Штатов предлагает вам кусок собственной земли. У нас есть своя земля. Нет, она не ваша. Правительство США. Они ее купили? Нет. Выменили? Все не так. Как они могут ею владеть? Он прав. Если ты примешь наше предложение, вам не придется охотиться на буйволов и рыскать по прериям. Вы сможете полагаться на заботу своей страны. Вы не моя страна. Мы дадим все, что вам надо, если вы согласитесь жить в отведенной для вас резервации. Нам ничего от вас не надо. Мистер Дюран, может... Я закончил. Удачи. Бог един в трех ликах Священной Троицы. Nata mesa chatita Jesus Christ. Она спросила, кто такой Христос. Я сказал, что Христос наш Спаситель, рожденный от девственницы. Что она сказала, Джозеф? Сказала, что Мария должна была объяснить мужу, как это делается. Ты должен думать о женщинах и детях. Я думаю о них. Как я могу просить их согласиться на это? Никогда не видел такого грязного места. Если мы с вами не сумеем договориться, вы получите войну.